задача интеллектуальной транспортной системы создать более комфортное, более безопасное движение всех участников, которые передвигаются по дорогам Тульской агломерации. Быстро можно реагировать на сложившуюся ситуацию либо при возникновении ДТП, либо при возникновении заторов. Мы ожидаем, что за счет таких вот более правильных, более математически выверенных решений будет поток движения транспортных средств, он будет более плавный, скорость передвижения по нашему городу она будет намного быстрее.